Кто лучше может рассказать о тонкостях семейной жизни и ее ценностях, как не наши уважаемые пенсионеры, которые за долгую свою жизнь рука об руку со своей второй половиной прошли через все тяготы семейной жизни. В комплексном центре социального обслуживания населения Балкыш, где так любят отдыхать люди преклонного возраста, для них состоялось небольшое торжество, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности. На празднике они были не только в качестве зрителей, но и самих артистов. День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года. Он призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. Символом, кстати, такого немаловажного праздника считается цветок ромашка, который наделен нежностью и теплом семейного счастья. Мало кому известно, но День семьи, любви и верности так назван в честь одной супружеской пары – князя Петра и княгини Февронии, которых православные христиане считают покровителями брака и семьи. Многие пенсионеры с радостью приходят в этот центр, ведь тут можно прекрасно провести время, общаясь со своими сверстниками и занимаясь интересными делами, а также всем вместе отметить знаменательные события. В этот день, несмотря на свои преклонные годы, эти милые бабушки и дедушки с особым энтузиазмом пели, плясали и просто радовались жизни. Этот праздник в память о святых супругах Петре и Февронии, жизнь которых стала образцом христианского брака, стал еще одним днем незабываемых положительных эмоций.